Профессор Чикагского университета Джон Мёрсхеймер жжет напалмом. Что бы мы ни делали, мы все делаем немножко через задницу, в Ливии и Сирии, Ираке и Афганистане. Кризис на Украине тоже наш, американский, рукотворный, не Россия, а мы виноваты в том, что сейчас с ней произошло. У нас снова, как всегда, двойные стандарты, топим за мир на Украине, одновременно 8 лет подряд вооружая и натаскивая украинцев воевать против русских. Не Путин сошел с ума и слетел с катушек. Не ему нужна война с Украиной. Он то как раз действует стратегически грамотно, его шаги последовательны и юридически выверены. Вы готовы развязать ядерную войну ради страны, которая находится черт знает где и даже не входит в зону стратегических приоритетов США? Серьезно? The Ukraine crisis is just one of many messes that we've made. As you know, we have the Midas touch in reverse. There's nothing that we do that doesn't go south. Afghanistan, Iraq, Libya, Ukraine, I could go on. The West is principally responsible for this mess, not the Russians. This, of course, is not the conventional wisdom in the United States. Is he crazy or irrational? I don't think so. I think he's very strategic, and I don't think he's the main cause of the crisis, as I said to you. You're willing to risk a possible nuclear war over a piece of real estate, Ukraine, that is not of vital strategic interest to the United States. Again, it's not of vital strategic interest to us.